Из более чем 44 тысяч студентов КФУ почти половина имеет право на получение той или иной стипендии. В 2016 году на бюджетные места поступили свыше 5800 студентов и магистрантов. Стипендии в Казанском федеральном традиционно устанавливаются выше рекомендованного Министерством образования и науки РФ уровня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал об изменениях в Казанском федеральном, которые вступили в силу 1 сентября. Среди прочего, изменения затронули размер стипендий. Ректор озвучил конкретные суммы. Государственная академическая стипендия, значит, она будет 1590 рублей. Студенты-отличники общего плана 2385 рублей. Повышенные размеры государственной академической стипендии имеются. Обычные студенты 2390 рублей, отличники 3185 рублей. Студенты старших курсов за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности выплачиваются повышенные стипендии. Вот третий курс 7 тысяч рублей, четвертый курс 8 тысяч рублей, пятый курс 9 тысяч рублей. Магистратура стипендия 11500 рублей, по физико-математическим и естественно-научным направлениям магистратуры 15 тысяч рублей. Изменения затронули не только студентов, но и преподавателей. Самая минимальная оплата у преподавателя – это ассистент, незащищенный, то есть не кандидат наук, ассистент будет получать базовую, я еще раз говорю, это не его зарплата, это базовая, ниже которой никто не имеет права платить, это 21 тысяча. Ассистент, кандидат наук 26 тысяч, доцент, кандидат наук 31 тысяч, профессор, доктор наук 45 тысяч рублей и заведующий кафедрой 50 тысяч рублей. Ксюша Дзен, Универньюз.